Мой дорогой друг, я хотел бы тебя пригласить на вот эту замечательную сессию по душепопечению. На этой сессии будет изучаться такой замечательный курс «Брак без сожалений». Действительно, и к сожалению, на сегодняшний день на каждые два брака приходится один развод. И это печальная статистика, которая захватывает не только твой или мой город, но захватывает многие города и даже страны. Поэтому особенно для христиан, как никогда, важно сегодня говорить истину, которая есть в Слове Божьем. Мы приглашаем тебя на эту сессию для того, чтобы изучить эти замечательные темы мужчина и женщина. Какая разница? Мы узнаем также о роли женщины, о роли мужчины. Мы узнаем, что такое любовь, как Бог представляет любовь и какие шаги предпринимает человек, получивший вот эту любовь от Бога. Различные темы и другие темы, которые как интимные отношения, постоянство, это как романтика, это вопросы воспитания детей и многое другое вы можете узнать на этой сессии. Но что самое главное, пройдя эту сессию, ты сможешь дать мудрый, правильный ответ тому человеку, который будет, возможно, иметь какую-то проблему. Или он тебе задаст вопрос, и ты можешь дать ему ответ на основании Писания. Пускай Бог благословит, и хочется, чтобы были в церкви сильные души попечители, которые бы смогли наставлять Слово Божие. Приглашаю.